Первая домашняя игра в новом футбольном сезоне. Соперник красно-черных – команды «Химки» из одноименного города. С первых минут матча ивановцы перехватили инициативу. Но гостевые ворота долгое время оставались неприступными. Химчане срывали атаку за атакой, порой играя довольно грубо, чего не мог не заметить арбитр. 11-метровый удар не достиг цели. На этот раз. После перерыва ситуация повторилась. Снова куча мала в штрафной, снова нарушение правил. И опять судья показывает на точку. Одиннадцатиметровый реализовал Иван Лукьянов. Это первый мяч, забитый ивановцами в новом сезоне. Лучше поздно, чем никогда. Однако этого подарка судьбы оказалось мало для победы. Редким шансом поразить ворота ивановцев гости распорядились грамотно. 1-1 – окончательный итог домашней встречи. Игра, в принципе, такая тяжелая была для нас, потому что обилие длинных передач, борьбы. Как такового футбола такого красивого, наверное, не получилось. Но я думаю, то, что обеим командам в желании борьбы и выиграть этот матч нельзя отказать. По словам наставника-текстильщика, результат игры не соответствует тому, что происходило на поле. Ну, можно и нужно было выигрывать эту игру. Создали много моментов. Было давление на соперника, но, опять же, можно рассказывать, что хочешь, счет 1-1. Попали в непростую ситуацию, будем из нее сами выбираться. Шанс выбраться из ситуации текстильщик получит совсем скоро. В пятницу, 25 июля, в Москве наш клуб встретится со «Спартаком-2». Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ «Иваново».